Есть моды, говорит, на этот. На, ну, на Скайриме, блядь, очевидно, есть там, на всякая хуйня. А через пока... одиночную надо? Да. Да, вроде через одиночную. Ну-ка, подожди, сейчас. Вестпойнт, куда пойдем? Хуй знает. Я ну, вот в этом не разбираюсь, я реально. Вестпойнт? Я поиграл-то в сколько? Понял. 5 часов где-то. Не, ну, Вестпойнт говно ебаное, потому что там дохуя зомбей. Малдера, ну, нормально. Риверсайд самый маленький вроде. Розвуд, ну, такой он, типа, с этим. Давай Малдера, как по стандарту. Че у меня тут есть какие-то сохранённые? Ну, тут персонажа создавать. Да, я помню, помню. Давай я его, блядь, создам, не знаю. Демон. Ну, я что-то создавал такого быстрого, блядь, и как-то похуй было. А я... Ну, еще плюс вот добавлял курильщика. А я всегда беру себе этого ветерана, потому что ветеран это разъебка. Он из-за того, что он, короче, этот... У него дебафа нет. Нихуя ты сколько там слабый желудок. Да, да, да. Неорганизованный. Это ладно, это забей. Невезучий, блядь. Слабый иммунитет, а ты не сдохнешь раньше? Да не, не парься, это нормально, нормально. Я хочу себе сильного взять, потому что атлетичного. Сильный атлетичный. Да, слабый иммунитет, сильный атлетик. Да, да, да. Да нет, вообще это не нихуя. На самом деле вот это вот слабый иммунитет, слабый желудок. Слабый иммунитет, то что ты быстрее заражаешься за этим. Ну как бы, как это сказать? Не быстрее умираешь от болезни, от зомбификации. Но... Шанс это не меняет. Вот, а это так, а так это, ну... Быстро обучаемый, кстати, очень хорошая тема. Я не думаю, да, что... Да, я тоже брал что-то быстро обучаемое. Быстро обучаемый — это тема. Шустрый, турист пусть будет. Кошачье зрение, интересно, как оно будет работать. Демон скорости. Ох, давай так. Блять, женский, мужской. Эмери, похуй, меня радует. Ну как тебя заспавнить, вопрос? Да, по-моему, на старт, по-моему, нажимаешь и спавнишься. Но, блять, вопрос... Подожди, надо разобраться, знаешь, в чем? Я бы тебе лучше тогда клавиатуру отдал бы. Потому что, ладно, ну, опять же, у меня... Да, я думал, в такую игру-то, блядь, легче этот, ну, через геймпад. Не, старик, вообще ни разу. Оно не так работает. На клавиатуре в разы легче. Потому что пытался на клаве, мне на клаве как-то более неудобно. А, ну ты хочешь на геймпаде, короче. Сейчас попробуем. Давай посмотрим, да, может, если ты будешь на геймпаде, я тоже попробую. Сам только, блядь. Интересно, как это? Я, наверное, нажать, у нас с тобой же два геймпада. Тысяча раз, блядь, этот начинать заново. Да, 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 оно может быть так. Ну ничего страшного, тысячу раз начнем. Типа. Можно, можно продолжать играть сколько хочешь, как говорится. Ну-ка. Попробуй этот. Да, блядь, я понял. Попробуй старт нажать. Нажал. А что? А, вот, смотри. У меня нажимается. Добавить игрока. Добавить игрока. А, подожди. А управлять один, я могу себе геймпад поставить. Я добавить игрока тогда. Возле игрока один. Бля. Ну стоп, мы можем отдельно, блядь, играть. Типа, да, 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 да. Странно. Все, тогда будем этот? Ты на чем? Ты на клавиатуре будешь? Давай, я на клаве. На тебе клаву. Да, блядь, ну тогда у тебя такой персонаж, как у меня. Ну похуй, да, неважно. Да такого же создай, похуй. Да, я себе такого же сделаю тогда. А как у меня? А, во, понял, все. Бля, смотри, как оно, кстати, сделано прикольно. Посудный, блядь, где ветеран? Чем тут этот? Нахуй, не любит книги. Нерасторопный говно, неуклюжий, слабый желудок, заметный курильщик, невезучий. А ты, кстати, сам можешь мне, по-моему, выбирать. Да. Высокая жажда. Ну вот высокая жажда. Что там, сильно атлетичный? Сильно атлетичный, да. Два раза, не нажал. Два раза? Угу. И у меня одно очко. А подожди, а я что еще брал? У меня больше очков уже было. А, слабый иммунитет я еще брал себе. Пацифиста я себе не брал. Ну да, похуй. Шустрый давай, да. Шустрый турист. И погнали далее. Да похуй, у меня вообще... Почему всегда, кстати, тут на рандоме этот женщина? Не знаю. О, все, давай. А, нихуя. Ага. Только я это, с этого... На этом... Как мне хоть... Чё мне делать-то, блядь? Хуй знает. А подожди, я справа, да. Я теперь справа, надо понимать. Я, блядь, вспомнить бы управление. О, нихуя, я могу приказы дружественные. Даже не помню управление. Бля, FPS и пиздец что-то... Да, значит. Что-то вообще... 10 FPS. Ну-ка, подожди, а приблизь камеру. Там просто с камерой такие ебаклаки происходят. Груша. Я взял грушу себе. О, лопатка есть сразу. Армейская футболка. А, это мой инвентарь. Это твой инвентарь, да.
Вера, кстати. У меня на игры как бы скайт, ложка, блядь. А ты вон, смотри, да, это твои, это ты твои. Да, я чё-то, не, а я на чё-то... контейнеры ты просто левой кнопкой мыши нажимай на любой, и у тебя появится. А, видишь, вот так. Было. А, у меня вот так тут. А. Оно, но, очень оно нас... странно, блядь. Да, да, оно у нас с тобой по этому, блядь, по сверху, типа. Оно, можно настроить, ты можешь менюшку к свою сторону захуячить. Как настроить? Типа, ну просто бери, можешь ее закрыть, да. Блять, а как мне открыть? А, во, а, открыть дверь. Зубная щетка, туалетная бумага. Ну как-нибудь так, типа. Да, да, можешь так. Пока я с управлением тут разбираюсь, блядь. Да не один ты, бля. Ластер. О, курсы. Курсы строительства. Кроссворды, блядь. Ну, сейчас порешаем. Чего я не могу взять? Правый. И взять. Правый. Взять. А, смотри, ты этот, зайди вот сюда у себя, да. У тебя ключи, видишь, выбраны, как он тебе ключи типа пытается сложить, а там места нет. Понял. Сейчас мы с тобой рюкзачок найдем какой-нибудь. Так. Зубная щетка, туалетная бумага. Возьмем. Я пока, знаешь, что не понимаю? Как мне... Блядь, я какой-то мил... Чё там, я маленький бюстгальтер, блядь, взял. А я... Пригодится. А я её возьму. О, подожди, приближение. А, во. Всё, обыскал, блядь, да? А, не-не-не, ты можешь это тоже... Сейчас, подожди, а, во, приближение. Курсы электроники нужны или инженерный журнал? Нужны? Да не-не. С режим поиска, передвинуть мебель. А, во, нихуя. Хуя у тебя управление. Да. Ну-ка, подожди, а как мне... Так, блядь, инвентарь на Y. Ну-ка, нахуй. О, канистра. Чего? На меня посмотри. Охуенно. Зубная... О, бинт. Надо брать. Знаешь, как я тогда сделаю? Надо тогда... Блять, на себя, конечно, натянуть армейскую футболку, блядь. Бля, ну старик, ну то, что тут больше одежды добавили, это охуенно. Маленький бюстгальтер, нахуй, порвать. Находи одежду этот. А простыни можешь снять с окон и, короче, разорвать их на тряпки, потом они пригодятся. А, ну да, я понял. Это вот прям важно. Сейчас. Я не понимаю, как контейнеры, видишь, вот, блядь, я еще нихуя не разбираюсь, а как мне... Ой, блядь. Как мне вот залутать именно конкретно другой контейнер? Блин, смотри, кстати, интересная игра вообще так такая. Да. А как там можно мне еще при. Ты можешь на С, кнопочку С нажми, и ты присядешь. А, ну. Ага. Я управление уже забыл, блядь. Да не парься, я же думаю, что же сняю, что ли. Все. У меня проблема. Тем более, вот когда так играешь, блядь, конечно. У меня проблема в том, что я даже. А как мне бить, блядь? О, нихуя себе, я могу сесть на землю, охуенно. Охуенно, туман. А, ой, я научился бить, левый триггер. Научился бить. Да. Так, ну-ка, подожди. Я вот открыть. Туда пошел. Закрыть дверь. Так, забыл, как этот. Через забор-то перелазить. Или тут никак? Карта, может быть. Можно, можно перелазить. А как я хуйню открывал? Другую. Команды групповые, враждебные. Че? Легко, ты пить хочешь, да? Ну сейчас там враг. Куда я иду нахуй? Я понимаю, в чем суть? Я даже приближать не помню, как, я не понимаю. Это, блядь, открывалась менюшка же. Бля, ну сейчас я вообще не знаю, куда я иду, блядь. Бля, ты от меня ушел, я. Я по тропинке какой-то иду, блядь. Тумане полный. Во, на, можно перепрыгивать нормально. А вот я вот туда, о, вниз, о, это о, по тропинке. Бля, у меня спринт появился. Ой, подожди. Пинг. Ой, блядь! А как этот, бежать? О, бля, меня нашиб, да. О, бля, меня укусили нахуй. Заебись. Не, может не... А, во, я нашел, блядь, я вспомнил, как нажимать. Вроде приблизить надо. Куда я, блядь, башу вообще? Бля, я... Бля, блядь! Отъебитесь от меня! Я хотя бы... палку
тычинку, блядь, найти бы. Бля, меня сейчас загрызут, блядь, Вован. Пиздец. Я говорю тебе, блядь, меня сейчас загрызут. Нормально, нормально. Ладно, похуй, встретимся как-нибудь. Ну да, да. Я побежал по тропинке какой-то. А как мне... Как мне приближение-то сделать, блядь? Я не знаю, куда я вообще бегу, блядь. Ну а чё не приближается-то нихуя? Я, блядь, я умираю, нахуй! Реально? Ну да, у меня кровотечение. А я не могу нихуя открыть, чтобы ты понимал. Да хуй. А помочь я не могу тебе? Не, нельзя, походу. Бля, я сейчас сдохну, нахуй. Смотри, это... А чё тебе нужно открыть-то? Мне нужно открыть этот, панель, где... А, подожди, вон, можно тряпками? Наложить повязку, во, правое предплечье. Блядь, старик, я научился хоть что-то. Это что так? Я не знаю, сколько у меня здоровья, я типа... Так, где карта? Постепенно умираю. Ой, ой. Ой, сори. Нихуя ты открыл. Блядь. Я просто по тропинке ебашил и все. Ладно, мне нужно вот туда куда-то. Ну да, да, влево иди просто и все. Блядь, через лес так-то стрёмно нахуй ебашить. Нихуя не видно, блядь. Я не понимаю, как мне, блядь, выбирать нормально. Вот я хочу приближение больше сделать. А, наверное, смотри. О, не, подожди, я понял. Вот, ты, вот, наверное, вот так, как во всех играх. Смотри, наверное, вот так. Не-не-не, там, ну, он через селект я как-то отодвинул. Ну, нормально, ладно. Уже хоть больше. Так странное, блядь, управление. Блядь, а как... Подожди. Как, я забыл. Е, зажми. А, все, вспомнил. Блядь! Ебать у тебя там. Так, надо присесть. А там, блядь... Блять, может ты убежишь лучше, нахуй? Да не, подожди, подожди, но я же не буду бежать вечно, блять, надо разобраться. Да если я умру, ничего страшного не произойдет. А вот палку можно попробовать? А, во, все, я научился тоже пиздиться. Ну я в принципе подыхаю теперь, блять. Блять, все это время 6-7 FPS там, это, блядь, порой. Так, мы пошли. Дом какой-то, блять, всегда вот это пугает, нахуй. Так, ну давай тоже сейчас научимся. На мышка просто левый, блять, и правый взял, типа вошел в боевой режим и пиздишь. Главное не давай ее себе укусить и все. А да, голове, да. Голове, старик, голове, да, подходи, да. Прям и пизди у головы. Ну во. А что есть у него? Да. Водолазка, кожаный плящ. Водолазка, она в крови? Немножко, не, вроде вообще нихуя даже нормально. Возьми. Блять! 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 Так, как там убрать осколки стекла? Требуется предмет в левой руке. Да, тебе нужно это. Понятно. Ладно. Хоть что-то. Ебать, старик, я нашел первое оружие в игре, блять. Давай, давай, тянись, блять. Я тоже хочу уже, блядь. Заебал. А, я научился. Во, подожди, я тоже научу. Блядь, да ты... Как? Залезь просто? Блядь, да нет. Да а, нет. Е, зажми тоже. Теперь открой на один раз и зажми, чтобы пролезть. Все, блядь, надо привыкнуть. Это так, нормально, ну все, погнали лутать. Так, только сначала шторки. Как я видел, какой-то лайфхак. А. Типа шторки закрываешь сначала. О, консервная... Томатная паста, блядь. Закрыть штору, чтобы тебя не видели никто. Да-да-да. Кетчу, блядь, сыр, халапеньо, нахуй. Ебать, ты уже хавчик нашел. Я тут сейчас молочка выпью, блядь, и срать пойду. А мне состояние пиздец. О, у меня тоже банка овсянки, блядь. Знаешь, у меня есть ощущение, что мне пиздец, вот, типа, моё... Чё? Да подожди, а у меня чего? Так, шоколад, хлеб... А, во! Овсянка... Ага, ага, пизда, грязный бинт. Я открыл состояние. А, все, открыл? Да. О, не, старик, я сдохну, если что. У меня укус первый, предплечье был укус. А можешь еще раз создать персонажа? Да, да, я смогу, не, если я умру, типа, да, мы просто пересоздадим персонажа. Болоньеза... Это консервированные, их открывать надо, Вован. Да, я помню. Там надо найти открывашку. Ладно, возьмем. Бля, сумку бы найти. Ну, приближение через раз работает. Нет, как ты показал, да, но так, ну через раз. Так, вилка для мяса. Кастрюля рагу, блядь. А вилку надо брать? Нет, это хуйня, да? Бля, Вован, я нашел к чьё-то рагу перед апокалипсисом. Я его сейчас нашел. Блядь, с кастрюля от жажды, блядь. Так все, пиздец, я говорю, я умираю, нахуй.
А у тебя какой-нибудь лут-то есть, пиздата? Может, я тебя сейчас найду и этот... Да, можно будет А можно, кстати, друг друга... Можно гасить, по-моему, друг друга. И собрать, блядь. Нет. И так создавать каждый раз, блядь, перса, да? Да-да-да-да-да. О, подожди. А можно тут жрать друг друга, интересно? Нет, жрать друг друга, наверное, нельзя. Нет, вот именно каннибализма тут нет. Но можно жрать всяких этих мелких животных. Выключить. Смотри, ну уже что-то начинается проясняться. Да. А, веревка, блядь. Нам бы её, блядь, это... А чё тут играет? Ты можешь прям, кстати, на радио нажать правой кнопкой и типа этот... Да, я разобрался. Так, ручка, чёрт. Давай возьмем, уже в карте. Ебать, блядь, нахуй. Если ты сейчас сдохнешь, тебя хуй найдешь, блядь, это как-то так себе... О, бинт. Обезболивающее. Одеколон нужен? Нет. Полотенце охуенно. Так, можно тряпки, давай сразу на тряпки порвем. Так. А у меня прокусанная футболка, наверное, да? Интересно, ну-ка. Да, ей пизда. А че нельзя? А полотенце нельзя разорвать на тряпки? Видимо, нет. А им там... что-то может что-то делать? Там что-то... вытираться им можно, да нахуй оно тебе не пригодится, не парься. Да, выкинь. Тогда что еще ты можешь выкинуть? Смотри, это тебя, тебя еще не кусали, да, ни разу? Да мне вообще ничего такого. Ну тогда все, заебись. Тогда просто видишь этот. И смотри на одежду, ее состояние. Ботиночки тоже можешь посмотреть на состояние. Они, короче, со временем, в чем суть? Ты, короче, играешь, и ботинки могут износиться. Да? Да, они могут износиться, если там что случится. Ну, короче, какая-то хуйня. И, короче, ты будешь ходить, типа, они тебя будут дамажить. Вот так, ну хуя, это. Я сейчас первый раз. Слушай. Да, ну как, блядь, как в жизни, в принципе. Ну, да. Ну они изнашиваются. О! Ты, старик, я не знаю, ищи... О, машина! На Е можешь подойти и забрать. Сейчас, подожди, Вован, будь готов, я сейчас эту карту буду открывать. Блядь, зомби. А, ты отходи, отходи. А у меня и оружия нет. И сзади тоже, блядь! А ты, старик, ты вообще, кстати, не бойся, ты имба. Потому что, объясню, ты, короче, если их валишь и бьешь по голове, все нормально. Но... Не давай им просто себя укусить, блядь, и типа да, манси. Блядь, мне понимаешь, просто мне бы знать, где ты находишься. Где-то спереди меня. А, я, короче, вот, бля, если карту открыть, ну, блядь, сейчас... Блядь, нахуй, короче. Побежал я. Блядь, ну нажми! Нажми! Нормально. Извините. Нормально. Я, короче, сейчас, наверное, к тебе пробегу, я примерно помню, где ты. А ты сам открой карту. Блядь, я боюсь, нахуй, сейчас. Прям на секундочку. Давай, давай, ну! Где ты, блядь? Ой, а, вот, да. Вот, все, все. Направо и... Ага, понял, я иду к тебе. Идем навстречу друг другу. На дорогу надо, самое главное, да, выйти, да, давай идем, да, пойдем просто на дорогу. Либо выйдем. Я вот сейчас могу в дом зайти. Вот сейчас, короче. Пошел нахуй. Насок. Все, убил? Да. Я на дорогу выйду сейчас. Так, все у него тоже. Ничего интересного. Черный бюстгальтер. Ну, интересно, кстати. А, о, подожди, у меня... О, револьвер, фонарик могу выбирать, все. Так, никого. Давай залезем домой. Все нормально, я дизел. А, ну иду где-то в твою сторону. Но меня надо будет гасануть, блядь, я хуй знаю. Нам что-то надо с тобой придумать. Ну, сейчас этот, пистоль дашь, и все. Да? Че мне идти, блядь? Сейчас, подожди, а как мне? А, во, подожди, у меня персонаж сам как будто понял. А! А-а-а! На, блядь, правой. Вот так. Ну, пойдем. Штаны, черные трусы, пойдем, пойдем. Давай я открою карту на 5 секунд. Раз, два, три. Да, вот, направо. Вниз. Все, закрывай, блядь. А просто... кстати, он застопился все равно. А, застопился? Да. А го проверим. Давай. Сейчас, подожди. Сейчас. Давай, ебаш. Бля, нихуя, нет, старик. Нет. Ну, мне показалось, заступился просто. Ничего страшного. Блядь. А, блядь, иди нахуй. Машина тут. О, деревянный разделочный кухонный полотенце, сковорода. Не, можем, в принципе, этот. А, подожди, вот сейчас мне на поворот? Да, вот туда, вниз. Ага. Я в красном здании, если что. Смотри. Это, блядь, жертва моя. О, у него там рюкзак что ли? Да, рюкзак. Ебать. Сейчас его, блядь, кольну. Так, а у меня чего, кстати, похавчик? Это школьничек. Умеренная жертва. Ну, пока, ладно. Давай попью. А, пить. Так,
Блять, подруга идет. Вилка для мяса, нож для хлеба. Блять. О, съем. Пока съем полностью. Блять, надо. Где? Ты там, блять, этот. Ты выбиваешь, блять, этот нахуй. Ммм, сыр плавленый. Ммм, сыр, правда. Виталик, ммм. Ладно, че. Зимние штаны. А сейчас жарко, да? Но они защиту дают от этого. А я не вспотею? Ну, вспотеешь, да. Подожди, ты вот в этом доме? Нет. Подожди, подойди в дом этот. Блять, давай сейчас на пару секунд. Раз, два, три. О, я вниз еще. Вниз еще, закрывай. Вот туда еще вниз сам. У него нож, блядь. Нож там, да. Ладно, зимние штаны не буду брать. Я не умру в туалете. Нож для конверта. Похуй. Это что там такое? Где? А, это я подумал, что этот. О, кожаный плащ. Хочу. Ну вот этот дом уже. Да, это он. Извини, встретить не смогу я на втором. Да, сиди, че. Постоянное богослужение, вставные наушники, футболка с длинными штанами. Ладно. А, подожди, я как-то присел, блядь. Как? Я ебу. А вот ты опять. А можешь нажать, нажимать на этот, на стике? А, подожди. Да, на стике. Полуприсед, автоходьба, блядь. О, пластырь. Ах, нахуй мне нужна автоходьба. Порвать тряпку. Все. Давай. Аптечка первой помощи. Блядь, где? Где это было? Во. Супер. Посрать могу? Пить. Не знаю, зачем. Чё это? Тревога. Что-то не так. Это тебе курение, это от курения. Ты курнуть хочешь. А, блядь, я сигареты так не нашел, кстати. Да. Блядь, Вован, ну иди сюда, нахуй. Сейчас. Ну, давай, сейчас разберемся с тобой. Давай. Блядь, давай тут на втором этаже, чтобы шума меньше не было. Давай, подожди, сейчас, подожди, надо что-то придумать. Надо понять, как мне тебе все сбросить, блядь. А, вот подожди, ну-ка, надо знаешь, чтобы контейнер какой-нибудь найти. Я могу и на пол. Давай. А, я прям на пол возьму просто. Вот так. Давай. Я все скину. Как мне, блядь, выложить все. Блядь. Вон, блядь. Я готов умирать, нахуй. Ебать. А где пистолет-то? Да он без патрона, Ван. А давай отверткой тебя замочу. Да хоть в отверткой, блядь, хоть чем. Как мне тебе выложить все? Сейчас снять. А ты меня, по-моему, гасануть пока не сможешь. Надо посмотреть, как. Ну-ка, гаси. Не, нельзя. Блядь. Ну, подожди, можно включить. А ты в зомби же превратишься, да? Я в зомби превращусь. Мы найдем способ. Не парься, мы найдем способ самоубийства. Как финно. Ты посмотри на меня нахуй. Просто пиздец. Я весь искусанный, блядь. Какая у меня состояние? Ой, блядь. Я сейчас просто смотри, что сделаю. Блядь, старик, тебе надо будет добить меня нахуй. Прямо сейчас. Блядь. А, подожди, кровоточие перестало? А сколько по времени-то сейчас еще осталось-то? Да, три, ну у меня день точный, у меня два укуса, не, он мне точно пиздец. Может ты, блядь, пойдешь к зомби, блядь? Не, видишь, я подыхаю по чуть-чуть, у меня кровотечение идет. Ну давай, ладно, удачи. Ты посмотри, я распоротый, нахуй. Оно прям отображается, сейчас, подожди, давай Антону пока напишем, что он там. А чё, хочешь? Мы пока играем, сидим. Ну хочешь, пиздуй. Ну пока играем, похуй. Ну, бля, я реально подыхаю. Не, ладно, это охуенно. Ну, ладно, давай я пока у тебя полутаю. Да. О, винты. Веревка, витамины. О, кастрюля зачем? Кастрюлю можешь забить хуй. А, знаешь, как? Консервный. Знаешь, как еще сделай? У тебя. Уебать. У тебя можешь складывать в этот. В рюкзак. Только мне надо сначала рюкзак. Вот правый, да. Нажми его, и теперь к себе. Так, посмотри, чтобы ты не перевесился, самое главное. Видишь, у тебя 17 килограмм может быть. Вон у тебя рюкзак. Прям правый на него и одеть на себя. Повесь на спину. Так, повесь на спину. Все отлично. Так, ты пока посмотри, там никто. В дом не приходит, да? На тебя-то похуй. Да, я уже все, блядь. Набор для шитья. Ну давай возьмем. Так. Блядь, Вован. Револьвер. Чего? Тебе скоро надо будет убивать меня. Ладно.
Снотворное зачем? Тряпки. Да. Тряпки грязные нахуй не нужны. Халапеньо, блядь. Блядь, в зомби-апокалипсисе только халапеньо нужны. Да? Блядь, Вован. Сейчас я еще залутаю, чуть я, блядь, что в крови отставил. Сейчас, подожди. Все, блядь, в крови, нахуй, Вован, все в крови. Молоко возьму. Ладно, давай, все. Сейчас попью, подожди. Попей, блядь. Давай, газировку бахну. Да я не тороплюсь, блядь, Вован. Там голый мужик в одних. А знаешь, как можно не убивать меня? Можно гениально сделать. Это выйди нахуй отсюда, выйди. Блядь, закрыть. Возьми этот, возьми, видишь, у тебя вот эта иконка. Какая? Вот эта вот хуйня. Вот это. Вот это? Да, и на поднять. Подними, короче, о, я умер нахуй, он. Подними вот этот кресло. Так а зачем? Давай я тебя добью-то сейчас. Да подожди. Я, короче, не выйду, я всегда там останусь. И теперь, подожди, теперь другую хуйню. Он тебя, кстати, не видит, он тебя не спалил. Поставить, да? Ставь. Все нахуй, Вован. А я хотел добить. Не, ну хочешь, добивай. Хочешь опять обратно эту хуйню? Сейчас, возле игрока 1 или возле игрока 2? Блять, возле игрока 2 страшно. Ну-ка, дай-ка я тогда сейчас соберу быстренько. Это хардкор, так сказать. Хардкор, так сказать, да, сразу. Там про этот, возле игрока, там, это, с пистолетом, блядь, зомби, который может стрелять при этом. Нет, это страшно, это страшно. Так, так. Что там еще? Хилы, плохо обучаем. Ну, плохо обучаем, это такое себе вообще совсем. Сильный, атлетичный, 5 очков. Турист и шустрый. Можно еще демона скорости взять. Сохранить, ветеран. Далее. Так, я за женщину сегодня попробую. Нет, нахуй, без трусов. Платье, ожерелье, майки, очки. Головной убор. Заебись. Армейская бейсбол, камуфляжная туристическая панама. Нихуя. Ебать. Очки. Ебать блатная, нахуй. Стрелковые очки, нихуя. Нахуй, блядь, стрелковый, если ты стрелять не будешь. О, футбол армейский. Бюстгальтер бандал. Топик. Нихуя добавили хуйни всякой. Раньше такого не было. Давай топик, я не знаю. Черный. Я не черный, пусть будет. Розовый топик. Носки. Да нет, не надо штаны. Да, блядь, ты реально еще дышишь, одевайте. Да все, да, пух. Ну что, играть, пожалуйста. О, все. Привет. Здорово. Привет. Ну что, давай этого добьем твоего. Да давай, давай. Там кто-то рвется. Так это он и есть. Блять, а ты поставишь? А, поставит, ставит, ставит, видишь, он поставит. А. Все, отлично. Давай, блядь. Ну давай, открывай. Че не открывает? Е-е. Ой, блядь. Бля, Вован. Ну, сука, блядь, бородатый уже, нахуй. Ничего интересного. О, краска для волос, нихуя. Блонд. Смотри, ебать, я как. Оп. Блядь, опять настройки. Спрей для волос. Все, короче. О, тут зимние штаны. Бля, я лысую тёлку себе сделал. Тебе не похож? Кстати, похоже на жену Уилла Смита. А у нее рак, нет? А? Не, у нее там болезнь именно, волос. Какая-то. Я, кстати, только сегодня, блядь, видел это YouTube Shorts, блядь, это, про то, что это, что там, хуйня. Она же хотела с ним развестись, а после того, как он леща это дал, она такая, бля, он такой мужик. Че, машина открыта? На Е попробуй. Прям, видишь, где зеленый, когда зеленый квадрат появляется, попробуй на Е. О, Z нажми и пересядь на водительское. Нет ключей. О, открой этот, это багажник, видишь, вот где картинка такая с машиной. Вот ее открой. Подожди. Закрыть. А еще бардачок, полази под бардачком, может быть в бардачке будет. Вон, видишь, у тебя там иконка бардачка. Карта луздера, изолента, батарейки. Ладно. Вот это брать луздера? Карта луздера можешь, да? Ты
Че хромаешь? А, блядь, я не хромаю, казалось. Специально закрыл. Че? Ладно. А в багажнике? А, ну, наверное, посмотрим. Открыть шины, изолента. Ну, интересно. Стоительный ключ, пойдем. Присядь! А чё, подожди, чё у меня? Тебе курнуть и попить, лёгкая, поесть. Сырость. Пойдем, пойдем в дом. А чё за сырость? О, блядь. Вспотел, что ли? Да, скорее всего. Блядь. А, ты уже убил. Погнали? Погнали. Багажники посмотрим. И чё, ты открыла? Сумка, брезент, мусор, блядь. Разводной ключ нужен. Разводной ключ пиздиться можно. Возьми себе в руку. Давай. У тебя перегруз сломан. Да? Где? Да, ты вон 87 и 17. А, переложить. Да. А как? А прям возьми этот. Сейчас, подожди. Блядь, выкину некоторые. Выкинуть. Да, вон так вот. Угу. А, у тебя там место, походу, тоже не... А, не, есть, есть. Я туда мало сейчас служу. Да, еще есть. Сейчас. Блять, замерз. Блять, рядом со мной нахуй этот ебашу. Не трать пушку на нее, просто мы вот так. У меня отвертка сразу. А, блять, я в итоге говорю не трать и сам уебал по ней. Трусы с леопардовым принтом. Блять, меня тогда угорает, подожди. Ну, нахуй эта комната, блять. Ручка. Блять, я подумал, это зомби. Нет. Попкорн, нахуй, чипс. Правильно делаешь, что выключаешь. Лайфхаки, прохождение. О, похавать, что ли? А, он сырой, что ли? Да похуй. Можешь разогреть? Да ладно, вкусненько и так. Вкусно. И попью еще. А дай попить-то. Пить. В холодильник есть чем? Смотрим. Ну, там свиная отбивная. Ты уже забрал? Не, там в морозилке свиная отбивная лежит. О, кто-то есть. На, вон пидорас. Вот здесь в комнате есть. Армейская этот куртка нужна? А это ты, подожди. Я. Армейская куртка там, да. В той комнате. А, армейская футболка и зимняя. Футболка, блядь, из ссоры. А, там еще их несколько, слышишь? Где? Футболок. Да? Куртка зимняя, да. Да ладно, у меня кожа на этот. Мне и так уже этот порой влажно. Влажно. Влажных мечтах уже, блядь. А как? Не попить, блядь. Жалко, что я тебе вот так помогать не могу. Да, да. А, о, пить, подожди, есть. Ладно, я погнал. Так, подожди, я сейчас зайду сначала. Давай, да. И в карту посмотрим. Давай посмотрим. Надо вперед, он двигаться, там какие-то другие дома. О, можно этот. Но не отображаться не так, ну да, можно. А я же ручку поднял. Бам, бам. Хорош, кстати, гениально. Я так первый раз играл, и тоже такой, типа, блядь, это ради атмосферы, типа, выделять. А, блядь, откуда он там? Мы же проверяли там, не? Я хуй узнает он. Он залез. Видишь, окно сломано. Угу. А, погнали. Куда идем-то? Да, вдоль дороги. О, блядь, бабка. Бабуля хочет нихуёвых пиздец. Блядь! А как толкать-то? Пробел. Вот когда у тебя оружие занято, всё. Пробел. Всё. Бать, армейская чикса.
Мы еще нож держим так. Че, сзади разберемся? Два. Да? Прям просто отталкивай. И потом можешь на них вставать. Да даже три, похуй. Блять, ладно, отходи, 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 нахуй. Блять, да пизди. Чё? У меня конверт сам, нож для конверта сломался. На них если наступаешь, они... Давай я тебе дам этот отвертку. Да похуй, у меня похуй. Не, давай дам-то. У меня жгаечный ключ. У меня там еще один. Давай сейчас зайдем. Да, давай. Сначала. Да. Надо дробящ. Блять. Блять, уже есть. Еще жива, вон он. А, да? Давай зайдем. Ой, блядь. Того нету. Сейчас я сброшу тут. Скидывай, скидывай. Да у меня есть, у меня там был, да? Нож для конверта, да. А вот тут еще нож, смотри. Да, тут кухонный нож. Мертвая птица, блядь. Мясо птицы. А кухонное полотенце, блядь. Да найти бы этот, дробящий какой-нибудь. Да вот там, возьми этот ножик. Возьми. О, выпотрошить птицу, блядь. О, мэн. Тоже супчик, блядь. Как скушать его? Вон он этот. Вон взять, видишь, кастрюля с рагу есть. Блядь. Ой, блядь, простите. Нормально, один тип это вообще не проблема. Блядь. Блядь. Бля, их двое тут. Где? Да вот второй. Я займусь, блядь. Еще третий лезет через дверь. Да похуй, он не откроет. Время есть. Нет. Да. А, блядь, ты сука. Бля, лезет через окно еще один. Где? А. Все. Сейчас ему ебу. Открой того, что за дверью. Их двое. Бля, отходи, отходи, отходи. Давай, давай, заталкивай нахуй. А, на пробел можно ногой добивать, что будет. Все. Ой, бля. Черный. Нахуй мне вот этот. Подожди, мне, кстати, могут ключи от машины быть. Ну, а. Колбутки. Закрыть штору. О, нихуя. Похавать? Дай хавать. Че, ты долго, что ли, кастрюлю поднимаешь? Небольшая нагрузка. Где? Ты еще канистра есть с бензином? Да, я вот взял первый раз. Где кастрюль-то? Вижу, а вот. Хавать будешь? Я ем. Давай, я полностью посмотри, хаваю. Бля, посмотри, и главное... Она не этот ли? На ее... Да, можно. Просто ты, короче, когда ешь, ты смотри, там могут быть продукты, которые сырые, блядь, и ты типа хапнешь, ну, нахуй, да, и потом отравишься. Да, я понял, да. Ладно, выкинуть. Так, хорошо. У меня сегодня, знаешь, какая есть идея, нахуй, сейчас я вот так... О, тут свежий стейк, блядь, лежит. Стейк, да, это уже отобрал, блядь. Ну, похуй, я могу... для хлеба, кстати, я буду жирнеть по полной. Ну, так сказать, сало надо же набирать, да, на зиму. Нам ломится. Где? Где-то. Ну, а, вот тут. Это все тут. Блять! Блять! Да, попался, блядь. Ничего. Ну, если укус, то смерть, ну, через несколько дней. Рано-рано, похуй. Блять, да и без. Ну, так, я кладу обрезку. Бинт или ты? Любую. Единственное, что бинты больше продержатся, чем... Ну, это понятно. О, свинцовая труба, на. Она, наверное, помыться еще. Да? Можешь. Ручка опять. Джинсы, чулки. Опа. Самое важное. Платье, туфли, трусы. Все, делаю. Я стараюсь. Справься. Журнал, эти слова. Журнал Playboy. Playboy. Интересно, тут есть такой, типа, да, ты домом завелся, блядь, и такой включаешь, дрочить. Там кассета есть, типа, где папина запрещенная кассета, что-то такое. И ты смотришь, ем, да. Наслаждается, так сказать. Так, о чем?
Легкий перекус, блядь. Ебать. Волнованность, сонливость, уже спать хочется. Ага, поспим. Сейчас. На одной кровати? Вообще без вопросов. Ты уже переоделся? Бля, долго еще, блядь? А я же всю одежду, блядь. Да как, блядь? Умыться. Он так долго, блядь, будет. Ой. А ему дохуя, да, и он уже все моет. Я же просто, блядь, умыться. Умыться, это подразумевается. Так типа... ты нажал умыться, умыть все. Нет, просто умыться. А, там было. Умыться подразумевается то, что ты просто лицо там умыть, руки. Они. Бля, на самом деле хуйня какая-то выходит. Я думал, какое-то красивое. Бля, что за Симс у тебя начинает? Ну, нравится мне женщин переодевать. Ну кто не без греха? Да. Все, погнали. Спать. А надо, наверное, запереться как-то. Можно это поставить. Вот тут, наверное, да? Где-нибудь поставить на лестнице, да? Да, можно, можно. Типа там... А, он может здесь спать. Снотворное только мне дай. Сейчас. А что у тебя? А я, наверное, не засну. Или пивка ей жахну. Как мне спать вообще? Так, а, блять, нахуй мне лампа-то была. Да, я спать не могу. Ну давай сейчас дам, я, кажется, собрал снотворное. Да, с меня. Я нашел оружие мечты. Вантус? Да. Подожди, можно было как-то... Разболивающе. А, во! Все. Свинцовая труба. Я тупо за женщину нахуй гоняю, блядь. Которые трусы. Что-то, кажется, не вижу. А, вот-то. Давай сюда. Вот, я сбросил. И, кстати, если с алкоголем выпить, то все, пизда. Умрешь, типа? Да. Бывает. Перестановка, блядь, да? А чё, не могу поднять? Ну я уебал вроде таблетку. Куда я еще раз уебу? Ещё одну. Чё, нормально всё? Какой-то Виктор звонил. О, тут еще тоже снотворное было. А, о, я могу спать, Алан. Да? Да. Он мне звонил раньше? Нет, пошел нахуй тогда Виктор. А ты, блядь, спишь? Иди, блядь, кровать там. Блядь, со мной занимай или там? Ты где спишь? Не то? Большое где. Да похуй тут. Блядь. Закрывайся. Правый, и спать. Вот, спать. Сейчас время пойдет, как в Майнкрафте. Ну чё, всё, я проснулся, я отоспался. Блять, я сплю. Так ты можешь встать тоже. Да ладно. Это очень странно выглядит, блять. Ну, блять, кто я спишь? Чё поделаешь? Бывает. Проснулись, надо улыбнуться, блять. Умыться. Блять, у меня топик в крови. Ну, пойдем. А, поменяй повязку у себя. Да, точно, кстати. Снять. Тряпка. Бля, я подумал, зомбак, блядь, резко появился. Так, ну-ка. Пойдем. О, попробуй, золотая машина. Так, Z. Нихуя там. Курсы собирательства, да, бечевки всякие. Хуй, кредитная карта, фонарик. Спички, блядь. Не спички, давай возьму. Кредитная. Карта March Ridge. Ну давай, возьмем. Фонарик можно забрать тоже. А я уже взял. Все тогда. Ну, блядь. Бать у тебя, блядь. Я ключ гаечный возьму, наверное.
Да, да, бери. Блин. Еще зомбя. Да. Вижу. Сейчас, а где он? Че, походу, и лезет где-то. Что-то я не вижу. Просто звук был. Так. Сейчас прикрою. А, как ты прикроешься, если я карту открою? Ну погнали, пойдем, вот да, сюда вниз. Не, да погнали вперед. Вот туда, вот, на розу? Да, какая-то роза. Может, заправку найдем? Если найдем заправку, так это уже полдела на этот, на машину. Угу. Типа нам... Ой, блядь. Ну, разберемся. Выживание, блядь. Ну, разберемся. Ой, блядь, да хуя, старик. Нет, трое всего. Ходи. Поводил хотя бы. Я первый не добил. Да, я вижу. Давай, добивай, блядь, ногой ты добил, блядь. Я, ты чё, как сой ты такой? Сука, блядь. Всё супер. Чё там? Portman Medical. Да. Больничка. Может, там есть сигареты, блядь? Больнички? Блять, иди нахуй, хотел укусить. Бля, вова, блядь, отход, что-то дохуя, давай. Отход, отход. Блять, сука. Все, ты, бля. Хуй знает. Умеренно. Укус, да. Шею. Пиздец, ну, ты сейчас течь будешь быстро, шею перебинтовывай. Перебинтовывай. Куда убежал? Узнай, где-то здесь рядом. Ну давай тогда этот дом зайду, этот сбросим, я к зомбакам уйду. Да не, можно не подбегать на самом деле, не парься. Че, ты еще жить будешь? Пару дней у тебя точно есть. Ладно, ты отвлек, я побежал в этот. Давай, давай. Так. Бля, не переводи их сюда пока. Не привожу, не привожу. Все, можешь залезать тоже, если сможешь. Не, старик, если я залезу, они за нами. Ну да, кстати. А может, как-то сбросишь? Yes. Так, ничего. Поищи от машины ключи. У тебя вошли кто-то. Да, слышу. Только не вижу. Лица, блин. А, вижу, вот. Да ты сдохнешь, блядь. У тебя просто много дебафов. Они тоже снижают урон. Чё у меня тут? Незначительный перегрев. Вот, блядь, здесь. Чё, как будто на улице плюс 30, что ли, нахуй? У тебя, тебя, кстати, прокусили, вон, видишь, со спины видно. Да. Модельки. Сейчас. Тут дохуя чего есть, это обезболивающие всякие, вот это... Средства, ватные шарики, ножницы нужны, игла. Не знаю. Игла может пригодиться. Антидепрессанты. О, охуенно. Снотворное нужно? Может, кстати, может. Так, обезболивающее. Супер. Кто-то там прорывается, блин. Сука, стул, ёбаный. А, нихуя, я могу так осматриваться еще. Блять! Сука. Ну, хоть не укусил, нормально. Да. Так, это врач, кстати, наверное. Нет, тут наш... Так, книга, бинт, тоже топ. Вот это, антидепрессанты. Скорая помощь стоит, блядь, почти в нормальном состоянии. Может быть, есть для нее ключ где-нибудь? Спиртовые салфетки, антибиотики. Охуенно, честно говоря. Ебать. Медицинские перчатки. Хуй знает зачем. Скальпель. Интересно. Скальпель как оружие является. Да. Хирургический иглодержатель. А он там, это здание двухэтажное, кстати? Или нет? Понятия не имею, он мне, знаешь, что интересует больше это. Бля, кстати, можно сделать пиздец маневр. Можно в мигалку включить, чтобы они побежали к ней. А, ну да, кстати. Только тебе нужно будет быстренько убежать. Да, да.
чтобы за тобой ты сразу. Так, вилка для мяса. А, блять, я их тут уже хуй знает, вожу туда-сюда. Персики. Уф, редиску хочу. Скушал. Ням-ням. Котлета, жалко сырого. Пожарь. Да, о, блядь. Шевальер Дарт, видел ключ только что. Вован, где? Ты чё? Где? Проходи назад, вернись. Вон ключ, о, нахуй. Это машина, которая снаружи стоит, черная. Сейчас, только это тут обултаю. Блин. Так, главное, с бензином хотя бы еще. А у тебя бензин есть? Ну, канистра, но я не знаю, полная. Она сейчас посмотрю. Канистра. Просто, да, просто канистра. Ну, тогда надо заправку. Или друг из другой машины всосать. Угу. О, ну мне кажется, я пойду сюда, блядь, меня убьют. Мне кажется, я уже это, скоро труп. Да не-не-не, у тебя пара дней, говорю, пара дней, или хоть час. Все. Блять, ну пара дней всегда есть. Даже откуса. Не забудь, наложи скорей. У тебя, блядь, хп тратится. Пиздец, скоро, скорость, блядь. Да, ну это в шею. В остальное нормально. Повязку. Блядь, старик, тебе надо завести машину, блядь, попытаться. Я да пока подожди, гоню. Подожди, сейчас, блядь. Спиртовые салфетки давай. Я просто у тебя это быстрее выйдет, чем у меня, потому что я-то, блядь, инвалид с геймпадом. Не, я думал, ты перса именно сделал инвалидом. Не, у меня не перс инвалид, я сам инвалид. Ладно, погнали. Выходи на улицу, там вроде нет зомби. Я тех, кто были, я сагрил. Ты помнишь, где? Да, ты вон у медцентра. И налево иди, а там сразу машина у тебя. Ой, налево это... Не, вон с другой стороны за парковка стоит. Шевальер Дарт, да, оно скорее всего. Там ключ, у тебя иконка ключа появится. Да, от него ключ, заходи. Есть контакт? Блять. Жми. Сука! Ван, жми. Нажми на ключ. Бля, это по-моему, В, нажми, попробуй. В? Да. Не сигналь. Блять, оставь ее, значит, все. Значит, забей хуй, у меня нет бензина. Бензин. Двигатель еще тут что-то. А, нет, не пытается запустить. Выключи ее нахуй, чтобы у нее аккумулятор не сгорел. И выходи оттуда. Нам надо бензин искать. Машина уже есть. А сможешь к скорой помощи посмотреть? Блять. Пизды направо. Посмотри, у скорой помощи можно, если у тебя канистра будет в руках, можно посмотреть, можешь ли ты всосать бензин с нее. Как бы мне их нахуй тут наебать? Куда я? Ну? Этот чел, блядь, и нахуй. Куда я пеку, блядь? Тут есть машина. Подожди, я отвлек. Блядь, чё за американцы, нахуй, без машин, блядь? О, парковка. Вон, направо. Я не знаю, где ты. Чё у меня вообще, кстати, большая нагрузка, блядь. Надо было в машину скинуть эту всю вещь. Их дохуя очень, надо как-то, блядь, переждать. Похуй. Убегай, блядь. Похуй, старик. Ты чё делаешь-то, блядь? Как, блядь, как менюшку открыть? Блядь, как? Я только что открывал, как? Как менюшку открыть? Я не знаю, где ты, блядь, даже. Да забей, я умру, походу, всё. Нахуй ты это сделал? А где, блядь, подожди, как открыть-то, блядь, менюшку? А, во! Где поменять? Пересечь. Подожди секунду, сейчас я нажму на карту и... А, все, нашел. Не, Вован, все, мне пипец. Блядь, нахуй. Блядь, нахуй ты меня бросил. Беги, Вован, беги. Блядь, ты бежишь? А он устал. Все, пиздец, подожди. Блядь, вовремя. Похуй. Блядь. Блядь, ты бы предупредил. Эй, ты... Кстати, я позвал всех. Давай я... Как там? Где? Я забыл то, что можно так. Блин, я не понял, нахуй, ты прикинь, я совсем не понял. Сейчас я снова суицидальная. Да нахуй! Я хочу попробовать, подожди. Как мне... Во! Как мне, блядь, пересесть? А чё они не идут именно прям ко мне? А, кстати, их дохуя уже стало. А, я съебался. Вон, можно выбегать оттуда. Сюда идите, сюда, я зову вас. Да сядь нахуй в машину, включи мигалки, блядь. Кстати, да. Просто сходи, зайди в машину, включи мигалки, блядь. Если что, мы твой дроп, скорее всего, не... Всё, пизда, Вова. Нахуй, блядь, сказал ты. Ну, похуй, ты переспавнишься, ничего страшного.
Новый персонаж нажимай. Возле игрока 2, желательно. Да, точно. Наверное. Ладно, сохраненные настройки нажми. Ну или можешь сам. А давай я сам. Ну ты вот, ты безработного выбирай. Демон скорости. Не, демон скорости не буду. Ну такое, верно. В форме. И сильный. Вот это еще. Так, потом в чем? Слава желудок. Где курильщик там? Курильщик. Ну давай слабый слух, наверное, возьму. Ну, может, да, у нас тобой звуки там сравнивать. Может, вообще, в принципе, звук глухого. Гемофоб, боясь крови, блядь. Да ну нахуй. Да высокая жажда, высокая это. Еще очень худой. И очень худой хуёво. Фитнес, видишь, минус. Тонкая кожа, повышенный шанс получить царапину, ранение, укуса. Да нахуй, блядь. Да, блядь, так ты сдохни. Не, да типа, ну, повышенный шанс получить реально. Астматик, тем более. Высокую жажду бери. Где? Вон, на 6. Вон, высокая жажда. Высокая жажда. И еще нужно. Что-нибудь на 4. Слабый иммунитет, вон у тебя. Или повышенный аппетит можешь взять. Да ладно. Все, давай. Курсы первой помощи. Че это такое? Стильная шляпка. Майка. Ну у тебя две майки, гавайская, кстати. Вот, блядь, ты бы майку убрал, оставил бы только гавайскую рубашку. А, ну да. Блядь, стиляга. Гавайскую рубашку можешь настроить еще. Все. Давай, кстати. Вот все. Не, еще этот цвет. А как? Ну, она не какая-то. Давай другую. Козырек. Кепка для гольфа, шотландец. Давай. Отлично, пойдем. Ой, блядь, сразу. Блядь, а куда пойдем-то? Нам надо лут собрать. Бля, факт. Блядь, вот мы с тобой попали в игру, нахуй, сдохни или умри. Надо твоего зомбя искать. Так он там у этого... Его сожрали же, не? Его сожрали, блядь, но он... Сука, и управление-то забыл. Давай, короче, я отвлекаю, а ты беги туда. А, ты там, да? Ты мертвый, ты не встал. Да, они же сожрали. Они даже нет, подожди, я не вижу тебя. Ты поднимаешь... Я с этой... А, вон, да, лежишь. Вот. Бля, Вован... Блядь! Я что-то случайно забегался. Знаешь, так как... ты нахуй, ты отойди сам, это я их сам сюда приманил. Не, есть идея, лучше ты, блядь, возьми труп. Взять труп, блядь, да. Он тяжелый, я ж там этот, у меня там перевес еще был. Вообще похуй, бери его, блядь, просто сам ты быстрее это сделаешь. Правой кнопкой мыши нажимаешь по нему и взять труп. Но, блядь, не лезь нахуй. Блядь. Отгоним. Есть идея, блядь, старик, ну это хуевая идея, но у меня есть план. Так вот, я их всех уже сюда заманил. Сейчас. Давай этот, иди этот. Не-не-не, тебе, старик, тебе, я не понимаю, как мне взять труп, я, блядь... Так я вот, говорю, они так, все уже ко мне. Старик, я с геймпадом, я лох, блядь. Блядь. Тогда ты можешь их звать-то? Я не знаю, подожди, я могу. Может, весь лут возьмешь просто, и все, и в дом заныкаешься. Кстати, Варик. Но уже не Варик, смотри. Они уже все давно, вот. Там уже нету, попробуй, подойди уже этот. Бля, я как-то рубашку свою сбросил. Ты уже голый, блядь. Ты подойди, иди. Этот к машине-то уже, с моим трупом-то. Я вижу, уже все дохуя. Да их там нет никого. Блять, как? Как взять труп? Блять, я отвлекся, что ты на тебя засмотрел. Блять, ты не мертвый. То есть? Ты под машиной лежишь, блять. Ты не мертвый, нахуй. На туре? Да, тебя машина придавила, блять. Ты не мертвый, вот теперь мертвый, все. Ты все время просто твой труп лежал. Ну, блядь, я убил его нахуй, я умертвил, Лаван, умертвил. Блядь, я умираю сам. То есть умираешь? Так меня укусили. Да, ну давай тогда, не знаю, убейся там где-нибудь этот... Как тебя, блядь, да подожди, я штаны свои порву, блядь.
Блять, у меня тут толпа нахуй уже. Какой ужас нахуй. Как на геймпаде тяжело играть, это просто пизда. Хоть давай, вторую... идите сюда все, хоть блядь. Хоть вторую клавиатуру, блядь, подключай. А, нихуя! Меня порвали вообще, блядь, как... Порвали? Блядь! Еще и сзади. Блядь, я что-то не знаю, нахуй, выдержу, нет? Бля, Вован, ты вообще в чем проблема? У меня нахуй кончились бинты, блядь, я тебя... Да ты хотя бы нахуй лут возьми из своего тела и... Не знаю, в дом заныкайся там это. Да я бы, блядь, я бы забрал, но там он. А, не, подожди. Как тело подобрать? Как тебя подобрать, блядь? Как тебя ебать? Я не знаю, как меня ебать. Не пытался, честно. Как тебя, блядь? Да как. И как ты считаешь, блядь, как что я могу забрать? Ебать! А там взять все, нет? Блядь, старик, это. О, ключ! Ключ, блядь. Ключ это самое важное, блядь. У меня там половина лута, блядь, хавчик. Там, блядь, столько вот этот лекарств. Блядь. Подожди, сейчас не создавайся, сейчас подожди, я этот. Отбегу хотя бы. Блядь. Давай, создавайся. Давай. Да все, у меня нахуй геймпад аж отключился, нахуй. А, да все, старик, на это пизду нахуй домой. Просто пиздец какой-то, блядь. Пусть меня... Не, подожди, я хочу эпично умереть. Вот игрока сейчас, блядь. Ну-ка, поставь мне, блядь, сохраненные настройки, выбери. И далее, да, да похуй вообще любого, давай. А, блядь. Блядь. Сука! Меня укусили? Нет. Да похуй, сейчас сдохну все равно. Давай, пошли в толпу. Где толпа моя любимая? А где все зомби, которые я этот приволок-то? Вот они! Кстати, вы же вышел! Блять, не. Кстати, говорит, вы. Я же рюкзак забрал. Бля, они за тобой все побежали теперь. Не-не-не-не. Не, они видишь, в какую сторону все побежали. Сейчас. Я рюкзак с тебя снял, а где? А вон голошопый, сука, он нам нужен! У него канистры, блядь, и все, что нам надо! Откуда инфа тут то, что. Ты потому что это я, блядь! А ты все-таки этот забрал вещи-то оттуда? Я забрал сейчас, вот сейчас забрал. А вот за голожопого забирал? За голожопого забрал, да. Ну-ка. Подожди, блядь. Вы выжили один час. Вы убили, когда я успел-то убить зомби, кстати. Ну подожди, его надо. А, можно об заборы их кайтить. Да, да, да. Блять. Ебай там, блядь. Голожопый должен идти. Вот он. В трустах, блядь. Да как он? Уолтер Уайт, блядь. Да блядь, Уолтер Уайт. Да бля. Они уже все разъебали. Кстати, от меня отбежал, да, там чувачок? Может я этот. Рядом вот тут заспал. Да бля. Бля! Он там сумку, типа. После игрока один. Один или два? Точно. Так. Ну давай то же самое выберем. Блядь. Охуенно. Давай, пират, давай, блядь. Готовь. А, со мной. Блядь. Нет, я со своим прошлым персом, этот, который гавайской. Ну давай тогда тот же план, я всех зову. Ты не укусанный? Не. А, нет, я укушенный, блядь, старик. Блядь. А я не знаю, как это выходит давай. Вообще. Давай ты тогда их это байти, я пошел. Я понял, старик, все. Давай я надо сбросить рюкзак твой. А давай, кстати. Он, Антон идет, похуй, сейчас. Бля, не здесь, чуть дальше, вон. Чуть дальше. Сейчас. Как, блядь? Все, выложил. Рюкзак здесь. Я пошел, короче, этот. Все, похуй, я умираю. Блять, а как его подобрать-то, что ли, рюкзак? Похуй. Нет, не парься. Сейчас. Так, ну все, я самопожертвование вам. Давай. А, блядь, а как? Ну как, блядь, проблесковые маячки, нахуй, сигнал. Во. Все, вон, я пошел открывать. Все. Все, блядь. Все, самопожертвование, блядь. Уже идет, все. Тебе уже в окно стучаться.
все похуй на этот зомбой, это пиздец, блядь, игра. Ну чё, пробуем? А, ну похуй, можно выйти вообще. Да ладно, да. Давай уже, блядь, все хватит, нахуй. Мы этот, блядь. Не, игра прикольная, но, блядь, с геймпада вообще пиздец тяжело.